выставке представлены работы производителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижегородской области, Краснодара, Сочи и других регионов нашей страны. В этом году приехали и компании из Беларуси. Все производители постарались собрать лучшие модели мебели для дома и офиса, гостиничного комплекса и мини-отеля, ресторана и кафе. Также на выставке представлена садово-парковая мебель, гардеробные, матрасы и многое другое. Сочи – строящийся город, который наполнен гостиницами, наполнен жилым фондом, и мебель здесь нужна. Другое дело, что владельцы крупных гостиниц, предположим, они закупают мебель не с выставок, а заключая контракты где-то в других местах, может быть, даже за границей, это их вопрос. Но, тем не менее, в Сочи людей и живет много, и много посещает. Поэтому всегда важно им показывать, потому что тот, кто гуляет по набережной, он все равно запоминает то, что ему понравилось. Выставка уже долгие годы представляет сочинцам лучшие модели мебельного производства, но это не единственная ее функция. Мебельный вернисаж стал площадкой для производителей, где они могут поделиться опытом и узнать, что нужно потенциальным покупателям. В рамках деловой программы состоится традиционный смотр мебели и комплектующих, региональный отборочный тур на соискание национальной премии в области дизайна мебели «Российская кабриоль». В России существует самая высшая награда «Российская кабриоль». Национальная премия. И на таких республиканских и отраслевых выставках производится отбор. А награждение бывает в Москве на самой главной выставке, в экспоцентре на Красной Пресне. Поэтому здесь мы смотрим претендентов, а дальше в Москве идет уже утверждение. И получить эту премию очень почетно. Приобрести мебель в наличии под заказ можно по 12 октября включительно. Мебельный вернисаж развернулся в выставочном центре на Несебрской, 11. Вход свободный. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.